Большие обещания уменьшают доверие. Привет, Даша. Недавно мама снимала видео про дух сухого времени и решила так попасть в струю. Дело в том, что в детстве, когда я посмотрела «Терминатор», первую часть, я была шокирована концовкой. Ну, вы все ее знаете, а кто не знает, вы существуете. Я не буду рассказывать, что извините меня, потому что это будет жесточайший спойлер. Ну и я задачилась, как это вообще возможно? Я прям стала думать. Вот, наверное, несколько дней сидела, мозг свой пытала, потом придумала теорию, о которой вам сейчас расскажу. Не судите меня строго, все-таки я была ребенком. Подождите, а сколько же лет мне было? Давайте посмотрим, во сколько «Терминатор» вышел. Кинопоиск. Упс. Он 84-го года. Так, мы не вычислим, сколько мне было, потому что в 84-м я даже еще говорить не умела, хотя нет, или умела. В общем, мне был годик только. Ну, воспоминания. Хорошо, воспоминания. Давайте, активируйтесь. Воспоминания. Ну, на лет 9 мне было, 8, когда я его посмотрела, так, навскидку. Долго я сидела, тупила, придумывала, как себе объяснить вот это вот, что там произошло. Я придумала, наконец, теорию. Вот, и, собственно, рассказываю. Представим, что существует великое множество параллельных миров. Они схожи с нашими, но что-то там идет не так. Допустим, в параллельном мире А, там, я вообще не снимаю видео. В параллельном мире Б я, допустим, их снимаю, но не о книгах, а книг вообще не читаю, а в мире В я вообще не родилась. И, соответственно, реальность этого мира развивается в связи вот с этим моментом. Как же так происходит, что происходят такие казусы, прошу прощения за тавтологию, во времени, о котором рассказывала моя мама и которая наблюдалась в «Терминаторе». Пожалуй, сравним это с железнодорожными путями. Они иногда пересекаются, как вы знаете, и существует регулировка вот этих путей, чтобы поезда, не дай бог, не столкнулись. Так вот, с параллельными мирами мог случиться баг, и они все-таки столкнулись, там два или даже больше миров в одной точке координат. И вот благодаря этому багу происходит парадокс времени. Да, то есть, коротенькая такая теория, что так у меня вышла. Собственно, я тогда ее придумала, она меня вполне удовлетворила, и, собственно, я ей до сих пор придерживаюсь. Да, я странная. Собственно, это было все уже. Что-то я сегодня быстро стрелялась. Ну, на этом все. Пока не попадайте в другое время, вам будет одиноко и очень-очень страшно. И пожелания мне сегодня какое-то странное, и день какой-то сегодня... В общем, пока.